ездили в Москву. Так вот, одной из целей данной поездки было сообщить родителям эту замечательную новость. Ничего сверхъестественного мы не придумали и решили сообщить родителям так, как решили. Сейчас вы это увидите. Но придумали мы это в самый последний момент. Посмотрите, как здорово получилось. У нас для вас есть две записки. Держи, тебе, пока ее в кулак убирай. У нас это тоже фокус, кстати, между прочим. Это тебе записочка. Вот. А на счет три вы должны их быстро развернуть и читать вслух прям громко. Готовы? На счет три быстро их разворачивать. Давайте. Раз. Старайся увидеть. Давай. Раз, два, три. Разворачивайте. Давайте. Читайте вслух, громко, бегом. Ты снова будешь бабушкой. Да ладно. На Вове на день рождения. Вы решили меня вообще там это? Да.